воду выдавливает, фонтан. Так, Витя Штиль пробует горочку взять. Типа что, зря в лес ездил, надо это измазать машину-то, да? Вонь. Ну идет. Обычно вот оттуда все и доходили. Все. Назад. Ну внизу-то вернулся, слышно. Но? Нифига, полагаем. Саня, железнодорожник, завелся. Фига у него свет какой. Какой-то диодный или какой? Диодно-полосатый. Так, Витя назад решил разгон взять еще. Так, Саня, железнодорожник хочет попробовать. На 33-х тапочках. ЦСТ-шки грязевые. А что, он взял бы его, подтолкнул, да, вот так вот? Бампера все равно нету. Но? А у этого все равно железный. Но? Да, вот как всегда рации не взяли, так бы по рации сказал, подтолкни меня, давай. Ну вот хоть съездил, измазался, а то вроде внедорожник и чистый, непорядок. Вот осталось там дальше все. Что-то я не пойму, какие рокировки. Тяжелее идет, а? Но зато зацеп есть. А, нечестно. Надо было идти по колее. Какой разрез вперед-то? А я так. Не считается. Витя. Пробует. Честно, по колее. Ты нифига тут накопал? Не. Руся, он пузом садится. Вот Володя. Надо скорее. Ну, вот это моща. Thank you.
серьезно. Ты сейчас вперёдся? Нет, не будем. Так и как мы поедем здесь? Тихо. Прямо проедем, да и все. Это не прямо. Тихо. Ну, по речке одним колесом. Двумя колесами по речке, одним по льду. Растет такой гриб, что ли? Да, ну это не гриб, не знаю. Вот так. Затянулись, а наш участковый, ментовская рожа,
домой к себе вдруг заглянул. Он как портретист на трехсвязке твоим нас с тобой рисовал. Говорил, что ты станешь подстилкой кабацкой и с чаем полторта сожрал. А все шебутная, мамаша, как будто тряся потроха, тебя провожала по улицам нашей папаша привел женишка. Но как-то под вечер, под вести, к нему подкатил я. Много лет назад. О, выходи. Не забыть, что за низкая сыпь. Что на словечке все